Граната. Больше тут, в принципе. Пулемет не нужен. Или нужен будет. Нет, пулемет не нужен. Если бы его снять, можно было и гулять в улицу в сторону, то было бы супер. Вау, хоррор. Бам! Спухуел сразу лежать. We are going to get dysentery from this shit. Bear's having a hard time adjusting, you know. Tell Bear to shut up and eat. We'll be back soon. Такие главные двое работают, а двое отдыхают. Причем Берт еще там воротит нос от крыс. Вообще. Блин. Так, я пока... Так, не забывай, что тут шапки, ну, к нам скоро придут. Ну ничего, у меня по их душе есть дробовик, давайте, идите сюда, бичес. Come here, бичес. Одна есть. О, у тебя там дела хорошо. Можем, можем в принципе идти. Оттуда их вынесем. Там проще будет, пойдем. Сейчас, но там их уже не так много осталось. Тут шавки только, надо с ними разобраться. Ой. Сейчас пацаны его дождались, короче. Давай, выгляни, солнышко. Вот так вот. Блин, опять блин. Шавки. Иди отсюда. Один удар, одна шавка готова. Не знаю, сколько можно уже. Я говорю, лучше бы оттуда всех вынесли. Ладно, я пошел. Давай тут попробуем. Гораздо лучше обзор. Они там все за плитами спрятались. Next. Так, у меня кончились патроны для снайперки. Ой-ой-ой, меня же сейчас съедят. А чё там нельзя пройти, что ли? Ё-моё. Так чё, через центр, он же подсвечен. Япона мать. Он подсвечен, реально, ну. Вот центр же подсвечен. Ну, ребят, ну так игры не делаются, реально. Что ж. Там, по-моему, они как раз таки летают. Нет, там нельзя пройти, не помню. Ну все, окей. Раунд 2, значит. Пойдем лучше отсюда и постреляем. Бам. Тут можно пройти-то, блин, я даже не знаю, где можно пройти, а где нельзя. Слева. Слева только можно пройти. Да тут всегда один маршрут. Так ну, иногда ты где? Ты куда-то убежал вообще? А, вот. Там шавка. Угу. Все. Вау. Видишь, отсюда с ними гораздо проще разобраться. Все, вроде больше никого. Не, еще один появится, пацан. Ну мы ему сейчас дверь запилим, если чё. Вау. Вору-то сколько. А боец из него никакой. Так, ну что, тут вроде тут можно пройти. Тут все разрушено. Эту машину можно сдвинуть. Ага, ну только надо сдвинуть сначала того пацана вдали. Сейчас я его. Только на. Его нужно отвлечь. Не, можно в принципе двигать сразу. А, да, точно. Ну давай. Прижимайся и. Так, все. Теперь твой выход. Я просто его. А, вот. Готов. Ты пулеметчика убил? А, не. Нет, нет. Сейчас. Пулеметчику, кстати, можно ворваться.
Ох! Пацан не ожидал. Сидел, стрелял, стрелял, и я что-то... Я вообще слепую, кстати, бросил. Даже не прицеливался. Так, ну что, там активировать нужно последнюю бочку и пройти. То надо сюда активировать. Все. Просто без купил. Something's about to go down for sure. Pick you up as soon as we can. Yeah, I think you better. Cool out. Да, Кол уже начинает нервничать. Слишком долго парни гуляют. Звонит просто каждые 5 минут. Так, я надеюсь, тут можно пройти. Так, 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 Delta, так. This is control. We're seeing hostiles on our radar. Near Delta 2's position. Copy that. Are they aware? Affirmative. They're taking defensive action. Copy that. Delta out. Все-таки в игре много диалогов. Все-таки озвучки тут прилично. Вам, да, слушай. Ну ты там просто всех разорвал. А где еще один? А, все. Ой, зря я пошел, конечно. Ух ты! Ничего, сейчас я тебя подниму. Главное вовремя это. Да, ты вовремя взорвал. Я просто даже не догадался. Ты как-то прошел без... Просто видишь, я пробежал, они сагрились, и тебя просто схавали. Тут можно с ними разобраться. Так, там, по-моему... А, нет. Ух, нифига. Пистолетом просто хэдшот поставил. А, это ты ставишь? Мне кажется, я с пистолетом, нифига себе. Вроде пистолет так не может этот. А птички же их тоже едят. Птички, да, птичкам плевать, кого есть, или саранчу, или этих, им вообще пофиг. А они как, они именно что поедают, или же они просто защищаются как-то? Нет, это они выходят на охоту, и, по-моему, им именно пища нужна. Угу. Я думал, они у них где-то тут гнездо большое, и они как бы защищают просто себя и свое потомство. Не знаю, но ты же видишь, они постоянно везде летают, то есть ночью. Угу. Вряд ли они кого-то защищают. А чем им питаться тут, если они хищники? Ну, крысками тоже. Ну, хотя их много, их целая стая, считай, да? Ну, людьми саранчой они и питаются, наверное. Интересно, почему они боятся света? Тоже... Ну, это, знаешь, это, наверное, отсылка к этому Кридику. А именно к черной дыре. Там тоже были такие твари, боялись света, вылазили только по ночам. Так, тут нам можно пробежать, интересно? Да. Отлично. Так. Так. Кто же у нас будет с фонарем? Наверное, я. Давай. Потому что тебе надо будет сходить вон за теми шестеренками. Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, осторожно. Я почему-то подумал, что дверь немного левее. But you guys are welcome to come back. Anytime, you know? Copy that. Phoenix out. Что-то я не понял, чем они сейчас там занимаются. Ну ладно. Да отдыхают. Wake up, Сантьяго. Давайте, поторопитесь, говорит, парни. Чего вам не сидится, звоните каждые 5 минут, поспали бы, отдохнули. Впереди столько блужданий по всяким заводам, подземельям, сражений. Они просто рвутся в бой. Так, я дошел. Давай. Так, вот тебе свет, сиди сначала за шестеренками. Отлично. И все. Вся снайперка тебе пригодится. Иди, я тебе... Вау. А туда не надо. А что, нету еще никого? Можешь идти вот эту плиту сразу же. Там есть что-то такое.
Странно, а почему там никого нет? Обычно тот же бой был в прошлый раз. Ну, видимо, да. Уровень сложности другой. Так, ну все, теперь ты должен как-то пройти. Так, ты должен там включить. Угу, я понял, да-да-да. Все отлично. Видимо, уровень сложности другой, поэтому враги. Просто добрались до китайского квартальчика. Китайский квартальчик. Не знаешь, я как подумал о китайском квартальчике, так мне вспоминается игра Driver. Помнишь такую? Первую? Да-да-да. Точно, отличная игра. Но потом, правда, что-то серию начали делать похожие на GTA и все испортили. Да, первый Driver был отличной игрой. От меня тут одна шапка сбежала. Да что ж такое-то, все готово. Опять от меня сбежала последняя шавка. Последняя шавка. Так. Ой-ой-ой-ой. Что? Что-то там вперед вообще. Опять трясется земля. А, опять эти твари пошли. Так, можно. По-моему, там ловко, очень ловко закинуть прорывную дыру бомбу, и она закроется, и все, пацаны нам не будут страшно. О, ты минус 2 сразу же сделал. Отличный бросок. Сейчас вот так вот попробуем сделать. Возвращайся в свою дыру. Так, по-моему, я закрыл. Ой, еще и тех двоих убил. Ой, отлично. Быстро так расправились. Тут у нас есть патроны. В обоих комнатах. Что-то они замолчали, наши друзья. Связи нет. Пацаны решили послушаться своему совету и отдохнуть, поспать. Так, патроны, да. Ну тут маленькие патрончики такие. А, там надо было прострелить. Вот это вот, да. Все отлично. Реально, вот этот труп постапокалипсис. Знаешь, что хочу? Хочу такую графику Fallout 3. Ну, там она примерно такая же. Да нет, графика там УГ. Особенно анимация. Да, там анимация движения очень багованная. Ну, что ты не взрываешься? Она у тебя взорвалась? Да. А у меня нет. Ой, ой, что у меня творится? Все нормально. Так. Все. Сейчас небольшой. Встретимся с самого доброго персонажа в игре. Похож на русского. Да по-любому. Какой-нибудь рэпер Сяо там. Старости. Ну, всяких алкоголиков обычных русскими показывают во всяких играх. Американских. У него такой этот. Такая рубашка или что это еще? Бандана. И Джек опять из ниоткуда появляется. Где Джек все это время был? Да, 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 да. Лютый пацан вообще. Никого не боится. Пьяным море по колено. Пошел такой за роботом. Его сейчас птицы там схавают. Но в темноту же, кстати, ушел. Надо, так, кстати, патроны. Ну, я думаю, на этом мы прервем сейчас. Вот, до, да, следующего раза. Самое интересное еще впереди. Вот, так что давайте, ребят, следите за обновлениями, подписывайтесь на наши каналы Никобели Конвай и Brain First. Также не забудьте про радиошоу, которое идет по субботам. Вот, так что будем вас ждать. Да. Всем пока. Всем удачи и пока.